Всем доброе шведское утро, суббота, солнечное настроение. Сейчас поедем на пароме в Данию. Минут счастья, и мы в Дании. Та-дам! Стоил проезд 96 крон шведских, туда и обратно. Мы сейчас находимся в Дании. Смотрите, вот такие вот у них деньги. Очень интересно сделанная внутри дырочка. То есть даже можно повесить как кулончик эти монетки. Так интересно смотрится. Мы находимся в супермаркете. Вот так выглядит датский большой супермаркет. Сейчас идем в замок Кронборг. Это там, где были все шекспировские истории. Катя, хватит влазить в кадр! Там, где были шекспировские истории. И он находится вон там, наверху. Наверху, ну вот здесь. Я нахожусь вон тут. Так что идем туда. Это датский дом культуры, который находится в Хельсингёре. Уже подходим к замку Кронборг. И вот очень интересно, смотрите, внизу находится просто кафешка, и все отдыхают, пьют кофе. По легенде считают, что король находится в этом замке, он спит. И в случае, если будет война, либо какое-то нападение на замок, на город, на страну, там, то он проснется. В 2000 году замок был внесен в список Всемирного ЮНЕСКО. Он считается архитектурным творением эпохи Всемирной Европы. Замок знаменит, потому что именно в стенах этого замка происходили все трагические сцены Гамлет. Поэтому таким он стал знаменитым. Thank you.
размеренная жизнь у датчан в выходной день. Все сидят на улице, кушают, празднуют. Вчера были в торговом центре, я так вам хотела заснять, там показать вообще, как выглядит шведский торговый центр, но, конечно же, мой мини-босс решил все за меня, понятное дело, и у меня ничего не получилось поснимать. Поэтому как-то мы быстро там погуляли, я просто хотела посмотреть вообще, как все изменилось за это время. Какие цены? В принципе, я вам скажу, что продукты в Швеции дороже от польских отличаются, то есть где-то в 3 раза, наверное, в 2,5-3, в зависимости тоже от какого-то продукта. А вот по поводу одежды, обуви, в принципе, и не отличается. Очень много что также стоит и в Польше. Поэтому, ну не знаю, насчет одежды как-то здесь немножко попроще к этому. Выбор слабенький. Как-то шведы любят видеть минимализм, хотя шведские девушки очень красиво некоторые одеваются, такие блондиночки загорелые и со вкусом, со стилем. Есть некоторые, не отрицаю в этом, ну и есть, которые просто одеваются очень удобно. Вот, ну а мы, как всегда, в обед на прогулке, подруга работает, ее сын в садике, а мы с Эмилией гуляем. Совсем недавно поменяла свои деньги, теперь они выглядят вот так. Это 1 крона, 2 кроны, 5 крон и еще должно быть 10, они такие небольшого размера, у меня их нету. Дальше идет 20 крон, вот так выглядит, 50 крон, 100 крон, где-то, ага, вот 200 крон и 500 крон. Вот так они выглядят, эти деньги. По размеру они похожи на евро. У меня еще с тех лет оставались тоже деньги шведские, но их уже не принимают, потому что вот раньше старые были 5 крон, вот так они выглядели, а новые 5 крон выглядят теперь вот так вот, как золото, а они серебряные. Теперь я нигде не могу их поменять, то есть нигде не принимают их. И вот так выглядела раньше 1 крона, и теперь она выглядит вот так. То есть видите, как все поменялось. Но эти деньги тоже не могу нигде уже поменять, то есть это просто уже остаются как сувенирные деньги, никуда их не деть больше. Снова каждый напомню, раз, два и три, четыре, сука, вон из моей квартиры, смотрите, пошли. Раз, два и три, четыре. Мы же не пили и не курили, но почему мы голос посадили? Мы идем. Дождик. Спокойно, главное не нервничать. Сейчас пошел поток машин. Все, главное выглядит хорошо. Сейчас чихну. Не на камеру. Ты звезда. Серьезно ли? Ой, это женщина. Это тёлка. Давайте быстрее выезжать. Я тут уже хочу обогнать. Все, едем. Ну все. Вот эта машина, она очень быстрая. Шампиньончик золотой. В шоу-бизнесе она ценится как золотой граммофон. Мы убили.